Трансляция моя сегодня тоже автоматически включилась. Я Наташа Сантера, кто меня еще не знает, подписывайтесь, обязательно познакомимся вместе. И у нас новый лайф. Сегодня говорим о леггинсах. Важная вещь. Магазин Джинджинг. Я проверяю качество звука. Звук есть. Отлично. Отключусь. Звук есть в этот раз. В прошлый раз не сразу появился. Ну что. На выбор у нас три модели. Мне не пришли заранее. Я успела отснять видео. Три модели, которые вам могут пригодиться к любому поводу. Для тех, кто занимается спортом, просто отлично. Для тех, кто занимается йогой, я в них просто гуляю. Самая удобная одежда вообще для любой мамы, я думаю. Дома ты в них, на улице ты в них, нет траты времени на то, чтобы одеться, переодеться. Очень удобно. Сейчас я посмотрю, все ли подошли. Давайте, подтягивайтесь. И отключу звук на телефоне, наверное, чтобы не мешал. Так, смотрим. Так, привет, привет, мои хорошие, привет. Смотрю сообщения, комментарии. Привет, приветик, Леся, привет. Отдельный привет Лесе. Ну что ж, народ подтягивается. Давайте начнем с первой модели. Я специально подготовила две камеры, чтобы вам было лучше видно. Включим вот эту. Первая модель у нас с кармашком. Очень удобно, между прочим. Обычные черные леггинсы. Но отличная особенность их в том, что у них есть кармашек здесь сбоку. То есть вы можете их надеть и засунуть сюда телефон. Причем поместится даже самый большой. Посмотрите, у меня-то рука большая, я сама-то большая девочка. И все, и можете бегать вместе с ним, и не выпадет. Я подготовила видео для вас, хочу показать его вам, чтобы вы видели, как эти леггинсы сидят на самом человеке. Давайте посмотрим. Хотела, забыла вам сказать про размер, это очень важно. На свои параметры только сегодня утром измерилась. Я заказала размер XL, причем всех трех леггинсов, которые мы сегодня смотрим, все взяла размер XL. Имейте в виду, они маломерки. Я понимаю, что я не маленькая, но они маломерки. Например, вот эти вот, они мне вот ну как раз. Так что, девушки, имейте это в виду. Объем бедер у меня 100, сегодня мерилась, талия 73, с утра была. Имейте в виду, что XL на эти размеры, на длинные ноги, самый притык. Дальше, что хотела вам сказать. Поскольку здесь, может быть, в прошлой моей трансляции мне говорили, что не хватает детальных каких-то видео или детальных какой-то съемки, чтобы лучше рассмотреть продукт, я подготовилась, написала видео детальное. Посмотрите, пожалуйста. Thank you.
Вы увидели все подробности детальной съемки. Не знаю, давайте о них поговорим. Материал полиэстер, ткань хорошо тянется. И вы знаете, она достаточно плотно, она забирает все, что не нужно, может собрать компактно. А что еще хотела отметить, это вот такой момент. В этих леггинсах широкая резинка, но внутри она вставлена только в верхнюю часть. Посмотрите, вот я вот так ее выделю. То есть она здесь. И за счет этого они держатся. Хотелось бы, вообще мое такое желание, чтобы она была по всему поясу, на всю ширину, но она только вверху. Здесь просто тянущаяся ткань. Что касается пошива, строчки достаточно ровные. Встречаются ниточки, да, встречаются, но что же делаешь? Смотрим, тут здесь такая, мне понравилась еще вставочка здесь сбоку, внизу на щиколотке, такая вставочка из сеточки, очень симпатично смотрится. Вообще, будь они на один размер побольше, вообще не просто суперские бы леггинсы, которых я бы, наверное, каждый день гуляла, потому что я все время в леггинсах хожу, мне так удобно. Вот, у меня есть купоны. Сейчас нужно разобраться, как ими пользоваться. Я бы вам сбросила несколько. Ой, смотрю, уже покупки пошли. Молодцы, так держать. Смотрим купон. Вот, пожалуйста, один купон я сделала. Он создается, мне сейчас так сообщается. Пожалуйста, возьмите его. Отправляется купон. Хорошо. Смотрим дальше. По поводу этих леггинсов, если есть вопросы, давайте мы сейчас на них ответим и перейдем к следующим. Или как-нибудь, может быть, построим нашу трансляцию. Я сначала опишу все три, а потом будет время для вопросов. Как хотите. Ага, смотрю, вы берете купоны. Спасибо, молодцы. Вопросов нету. Одни сердечки. Спасибо за сердечки. Я выхожу из кадра, не буду поднести телефон лучше к себе. Модель очень интересная. Действительно, она на девушек худеньких, стройных девушек. Ну, или не очень стройных, потому что они прекрасно собираются лишнее. Но с объемом бедер однозначно меньше 100 сантиметров. Извините, у меня как раз 100. Давайте... Ну, доллар маловато, мне пишут. Ну... Вот так. Спасибо и за доллар. На самом деле стоимость их не такая уж и высокая. А если вы соответствуете параметрам, берите. Но имейте в виду, запомните, они маломерки. На меня XL, он самый-самый раз. Может, конечно, еще похудею немножко. Посмотрим. Ну что, пока я отложу в сторону, мы еще к ним вернемся. Посмотрим наш номер 2. Номер 2 вообще забавная история. Я заказывала одни, а продавец мне прислал совсем другие. Поэтому я даже не знаю, какую вам ссылку давать. Ну, мы и посмотрим. Скорее всего, он соответствует, вот я сейчас подниму одну повыше, вот этой. Выделили, да? Выделили. Так. Вот эти леггинсы. Такого интересного бордового цвета. По ссылке их нет, я заказывала розовые. Там есть с розовыми вставками, но мне пришли вот эти вот. Такого стильного цвета. Это мой размер. Эти леггинсы не маломерка. Даже слегка великоваты, но супер. Мне не очень понравились. Посмотрите, у них широкая резинка. Вот какая ширина. И чем отличается от предыдущих, тем, что... сейчас я включу, более детально покажу. Тем, что она не вставлена, а она вот, я не знаю, как-то сшита так. То есть связано плетение нити такое, что... Прямо вот резинкой. Все. Нет никаких вставочек внутри. Что очень удобно. Прекрасно держится. Прекрасно. Талия завышенная и не спадают. Еще что мне в них понравилось, это вот здесь вот по бокам. Вот такая вот красотулечка. Здесь гладенькая, здесь такой вот элемент такой дизайнерский. И отлично сделано. Материал полностью другой. Сейчас я вам покажу общее видео. А потом и детальное. Посмотрим.
Вот такие вот они. В них тоже можно бегать, прыгать, просто ходить по дому, использовать в качестве домашней одежды. Я лично с утра надеваю сразу машину и ребенка. Так. Я особо не думаю переодеваться, просто какую-нибудь толстовочку и вперед. Я вот так их ношу. Думаю, что у многих мам такая же подобная ситуация. Чем эти леггинсы отличаются от предыдущих? Материалом. Материал здесь тонкий. Тонкий, совершенно другой. Тонюсенький вот такой. Сейчас откроем. Резинка очень хорошая, да, вы мне пишете. Резинка очень хорошая, что держит. И снизу тоже резинка. Я в ножку ношу, влезла рукой. А мне нравится вот такая вот перфорация, не знаю, как называется. Вообще очень нравится. И легенькие они. Очень напоминает обычную одежду для йоги из обычного спортивного магазина. И такой вот элемент декоративный, что отделочка другим более светлым цветом в конце. По длине они очень длинные. У меня рост 177 сантиметров. По длине они мне большие. Большие, имейте в виду. Для высоких девушек вот... Вот эти, смотрите. Но, опять же, проблема в том, что откуда они пришли, я не знаю. Продавец, наверное, по вот этой ссылке, которая сейчас у вас высветилась, главной. Нажимайте на нее. Наверное, они там. Я заказала с этой ссылки розовые, с розовыми вставками серенькие. Пришли вот эти. Прям мне очень нравится. И цвет модный. Бордовый в этом сезоне. Модный цвет. Давайте сейчас быстренько о третьем поговорим. Есть какие-то вопросы? Кто-то меня не слышит. Аня меня не слышит. Аня, я себя, представляешь, я себя слышу. Кто-то еще меня не слышит? У меня были с утра проблемы со звуком. Я их решила, я надеюсь. Меня слышно? Кто хочет купоны, хотите купоны? Сейчас дам, не проблема. Сейчас дадим. Только у нас купон на доллар. Сейчас мы его откроем. Вот здесь он. Купон создан. Купон создан. Так. Наверное, он больше уже не будет раздаваться, да? Наверное, да. Наверное, мы их все собрали. Ну, ничего страшного. Кто успел, тот успел. Я в первой части их раздавала. Не могу, я нажимаю на кнопочку, она больше не активна. Наверное, больше не раздаются купоны. В следующий раз возьму побольше. Давайте перейдем к третьей модели. Третья модель – это такие вот леггинсы. Серенькими вставочками. Они. Интересно, сделаны снизу, сзади полностью черненькие. Впереди есть такой переход. Материал очень похож на первые леггинсы. Ну, для всего подойдут. Можно и гулять в них. Заниматься спортом для пробежек. Освобожусь чуть-чуть, тоже начну бегать снова. Пока, к сожалению. Могу только мечтать об этом. Посмотрим они получше, поближе. Сели по фигуре. Не могу сказать, что они мне были маленькие. На мои параметры, еще раз повторю, у меня 73 талия, 100 бедра. Ну, иногда даже 98 бывает. Но сегодня утром сантиметр показал 100. На меня они сели. По длине тоже. То есть могу сказать, что это
Не маломерка, размер XL я взяла, как раз на мои параметры. Смотрите, девочки, с параметрами чуть поменьше объема бедер, берите L-ку, тоже хорошие будут. Ткань средняя, не могу сказать, что она супер плотная, как в первом варианте, или такая тонкая, как во втором, средненькая. Давайте сейчас вам покажу детальное видео, а потом посмотрим на месте более подробно, как прошито. Что эти леггинсы, они прошиты, конечно, встречаются ниточки у них, но издалека этого не видно. Это, конечно, их небольшой минус. А так, в принципе, хорошие леггинсы. Еще что хотела показать, что у них, как в первом случае, здесь вставлена резинка. Хотелось бы, конечно, на всю длину, но, видимо, в таких моделях делают подобным образом. Пожалуйста, такая резиночка, которая их удерживает. Но с меня они не спадали, потому что они были у меня как раз. Первые, к сожалению, маломерочки из меня спадали. А эти держатся прекрасно, даже за счет такой резиночки. Я в них, вы увидели, даже немножко пробежала. То есть не потеряются. Вот, посмотрим шовчики. С внутренней стороны. Материал разный. Здесь вот такой. Похож на обычный материал леггинсов, который часто используется. Здесь более тонкий. Более тонкий. Тянется прекрасно ткань. А, тоже качество этого материала соберет лишнее, если нужно. Соберет, сожмет. Ну и черный цвет. И благодаря вот этим вот рисуночкам, таким вот, что меняется цвет, будет выгодно смотреться на второй фигуре с небольшими проблемами. Вот. Я с вами. Давайте посмотрим, что вы пишете. Да, петельки оверлока. Правильно, Юлия пишет про петельки оверлока. Болтались. Ну, немножко удалять нужно ниточки. Но, вы знаете, я ленивая мама. Я на такие вещи не обращаю внимания. Я так ношу. Все равно внутри. Еще хотела отметить, леггинсы без этикеток. Приходят не в фирменном пакете, а в обычном пакете почтовом. Этикеток на них нет вообще нигде. Не написано ни состав. Ну, это полиэстер, это очевидно. И немножечко, я думаю, что есть спандекса, поэтому ткань тянется хорошо. Купоны уже были. Я, к сожалению, не знаю, как мне новый взять. Я уже раздала в самом начале купоны. Да, классно, мне тоже больше всего понравились эти леггинсы. Нажимайте, проходите по магазину, посмотрите. Он не только на леггинсах специализируется, у него есть и другие полезные товары, одежда. Много чего можно найти. Купон был один из одного, то есть $1 для покупок на сумму больше, чем $1. Пожалуйста, смотрите. Вопросиков нету. Содержанием хлопка нет, к сожалению. Нет, в магазине есть, но мне на обзор дали эти три пары. Вот номер 3 со вставками серыми.
вот эти бордовые, тоненькие, которые как по качеству и по стилю, то есть они длинные, они не укорочены, а я люблю, когда вот длинненькая, потому что я носочки короткие ношу под кроссовки. Мне как вам больше нравится. Мне понравились эти. Вот. И вот эти у меня были с кармашками. Чуть-чуть бы размерчик побольше, и вы были бы моими фаворитами, потому что есть два кармана. Это, то есть минус сумка, вы кладете ключи в одну, в один карман, а телефон в другой, все. А, вы знаете, как я делаю? Я когда гулять иду, я не могу брать сумки, рюкзаки какие-то с собой, или даже поясная сумка мне мешается. Я прям за резинку леггинсов, прямо вот сюда вот так чик, и прячу телефон. А здесь вот, пожалуйста, есть карман. Ну, я думаю, я в стадии похудения, прихожу в себя, в форму, может быть, к зиме. И ну, не буду как раз, я надеюсь. Приветик, приветик. Я подошел, приветик. Всем привет, всем привет. У меня целый час, продавцу захотелось целый час, вот я здесь буду сидеть и отвечать на ваши вопросы, если у вас такие есть. Вижу, что нет. А кто сейчас подошел, я хочу вас познакомить с нашей продукцией. Повторим. Видео, как я гуляю, собственно, на всех моих видео присутствует ребенок, мне их два. И никак без этого. Так что даже в обычной игре очень удобно. Просто с ребенком выйти погулять очень удобно. Леггинсы. И я живу в Италии, для кого не секрет. Здесь вообще самый ходовой такой, самая такая одежда популярная. Ну, у тинейджеров, разумеется. Носят леггинсы, толстовки, какие-то кофты, снуд, перемотаются шарфом и вперед. Кеды. Абсолютно. Черный цвет. Самый любимый в Европе. Кто знает, тот знает. Давайте я включу вам еще раз видео. Посмотрим этот с кармашками. Внизу. Все потому, что, к сожалению, размер не мой. Мне бы на размер побольше. Леггинсы маломерка. Напомню, маломерка. XL на объемы 75, 2, 3, не помню. Пускай будет 73 и 100. А этот размер мал. Ну, это на мой рост. Может быть, на рост чуть-чуть пониже девушкам он будет как раз. Я не знаю, вот именно по длине. А мне по длине он оказался мал. По ширине хорошо собирает лишнее, если есть. А сейчас посмотрим второе видео про другие леггинсы, которые я, у меня будет сейчас стоять ссылка, но я не знаю, соответствует ли она им или нет, потому что я заказывала с розовыми вставками серые, а продавец мне прислал их. Я их вам показываю. Пользуйтесь этой ссылкой. Смотрим.
Напомню, что материал у них более тонкий, чем у предыдущих. Зато какой прекрасной фиолетовой расцветки. Бордовый, фиолетовый, я не знаю, как передать. Что-то среднее между тем цветом, что вы видели сейчас на видео, и сейчас. Потому что у меня дневное освещение, оно немножко меняет цвет. Давайте попробуем вот этой камеры. Здесь лучше. Вот такой он. Вот такой цвет у этих леггинсов. Точно. Она более так смягчает цвет эта камера. Отличительная особенность их широкая резинка. Резинка в конце, на ногах, на щиколотке. И то, что они, во-первых, они цельнокроенные, только вот тут сбоку сшиты между ног. И в том, что они не маломерки, отличного размера. То есть я бы на свои параметры 70-30-100 я бы могла взять эльку. Мне было бы как раз. И ткань тонкая, отличная для пробежек, то есть жарко не будет, очень хорошие. Пожалуйста, подписывайтесь на магазин, подписывайтесь на меня, бросайте в корзину, кто его знает, может быть, вы измените свое решение или решите приобрести эти леггинсы к распродаже, будут скидки. Пользуйтесь, кто успел взять купон, пользуйтесь. На попе не светятся, ни один из трех не светится. Ни одни не просвечивают. Ни эти черные, ни первые, ни вот эти. Естественно, как и все леггинсы, я повторяю, тонкая ткань, они облегают. То есть под них нужно надевать белье бесшовное. Вот. За всеми мелочами не уследишь. Давайте сейчас посмотрим третий вариант. Леггинсы со вставками, серыми вставками. Я выбрала серыми вставками. Посмотрите, есть другие варианты по ссылке. У меня выбор такой был, потому что серые я ношу толстовки серого цвета. Или под белую футболочку просто так надел. Очень красиво смотрится. Давайте посмотрим небольшое видео, которое я сделала по этим леггинсам. Леггинсы по сочетанию качества и дизайна, наверное, лучшие из всех, но для меня, для моей фигуры. Возможно, для девушек поменьше будет по-другому, потому что я бы поставила вот эти с кармашками фаворитами, но вы знаете почему, они мне коротковаты. Вот эти самые, наверное, лучшие. И посмотрите по цене. Если вы воспользуетесь еще купоном, очень выгодно будет. Вот они, эти леггинсы. Сзади просто черненькие, по длине. А спереди вот такие сбоку вставочки серого цвета. Пожалуйста, на коленочках и ниже. Значит, у нас Chaser пишет, что звука нет. Просвечиваются или нет леггинсы? Еще раз покажу. Леггинсы не просвечиваются. Я их растянула, поэтому у вас ногтями видно вот так. Смотрите, я их не растягиваю, они не просвечиваются. Растягиваю, просвечивается. Понятно? Что с ногтями, там увидели, что просвечивалось. Так, что еще вам рассказать? У нас тепло. Да, у нас еще тепло. У нас до декабря, до середины декабря еще тепло. Мы только в середине декабря начинаем отопление включать. И, в принципе, до ноября можно еще купаться в море. Ну, если солнышко, сегодня дождь. Так. Ой, у Ани появился звук, здорово. Аня, привет. Отдельный привет.
Давайте, поскольку мы посмотрели сейчас общее видео, я вам не показала более детальное видео. Посмотрим еще раз. И определимся с выбором. Бросайте в корзину. На носу распродажи. Отличное приобретение будет. Понравились? Определяйтесь с выбором. Смотрите, может быть, вы можете пойти свыше, найти что-нибудь другое. Погуляйте по магазину. Распродажное время, надо подготовиться. Забивайте свою корзину. Кстати, можно сделать, добавляйте в избранные товары. Кстати, можно сделать несколько избранных, то есть постепенно пополнять. Я так делала, например, для ребенка одно избранное у меня, для семьи другое, для себя. Наименование третье. Давайте. Я вижу, уже идут покупки. Мне это приятно. Меня спрашивают, сколько мне нужно лайков. Ой, Таша, привет. Приветик.
Сколько нужно лайков? Много. Ставьте лайки. Я люблю лайки. Вот, я тоже люблю ставить лайки. Еще пальцы все на месте. У нас есть иностранные зрители, что интересно, потому что только для русскоязычной аудитории этот лайв. Я вижу, мне пишет Линдо. Чао. Ола. Не знаю, как правильно сказать. Давайте вернемся к этим леггинсам. Я ношу вот эти с удовольствием. Сейчас очень... кстати, я очень люблю белые футболки с различным... Вот в такой стилистике, чтобы было черное, красное и белое. Но футболка должна быть белая. Да, она маркая. С детьми это не очень удобно. Но вот прям подо все подходит. Никакой головной боли. А эти леггинсы отлично сочетаются с красным. Вы можете посмотреть, конечно, в другой расцветке. Но мне нравится, как эти смотрятся. Тоже могу сказать про любой черный низ. Хоть эти, хоть вот эти. Отлично смотрится с такой обычной футболкой. Она вроде спортивная, но все подойдет. Палец опух. Ну, давайте беречь палец. Саша, нам он еще пригодится, твой палец. Давай не будем много. Наушники кто-то взял. Ну, мы сейчас говорим о леггинсах. У этого магазина есть наушники. Точно, я помню, что-то было похожее. Он не только одеждой, кажется, торгует, но и всяким разом. Так что смотрите, с этим купоном можно взять еще какие-то другие полезные вещи. Он обещает, кстати, во время распродажи скидки на другой ассортимент. Имейте это в виду. Так. Что вы еще мне пишете? Ничего. Ну и ладно. Всем привет, еще раз передаю, с кем мы знакомы и часто пересекаемся. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Али. Будем чаще видеться. Если есть, какие мне больше понравились. Кука, привет. Больше всего мне понравились, я уже сказала, вот эти с кармашками, потому что они функциональные, но, к сожалению, это не мой размер. А больше у продавца нет, это самый большой. Я вообще, когда заказываю какую-то одежду, я заказываю самое большое, что есть. Не проблема, можно ушить. У меня нестандартные данные, нестандартная внешность, я высокая. Для китайского рынка это не очень подходит, но, с другой стороны, для девушек, высоких девушек, которые хотят сэкономить, это, я думаю, я хороший пример, у которого есть опыт. Мне больше всего понравились вот с кармашками, потому что они функциональные, но поскольку они мне маленькие, я их носить пока не могу, вот эти выберу, потому что у них отличное качество, не придерешься. Если здесь были торчащие ниточки вот этих вот, хотя подо все подойдут вот эти, да? Они совершенно разные. Эти стягивают. Здесь плотная ткань. Они стягивают все лишнее, выбирают. А эти более тоненькие такие. Ну, ношу я их. Как ни странно, потому что длина меня устраивает и размер мой. Вот. Ой, молодцы какие, покупайте, заказывайте. Никто вас не заставляет прямо сейчас покупать. Можно и попозже это сделать. Привет всем новеньким, кто подключился. Я вижу, что еще подключаются люди, у меня идет оповещение. Вот. Ну, сколько у нас тут еще? 20 минут. Давайте еще раз просмотрим наше видео, посмотрим на наш пляж, на котором мы все время ходим. Здесь вот, рядышком, за окном. Задавайте вопросы, я тут, я готова ответить. Thank you.
Вот у меня тут немножечко скрутило видео, ничего страшного, мы быстро разобрались. Возникли какие-то вопросы? Нет, никакие. Новые у нас зрители появляются. И что я хотела вам отметить? Ну, в принципе, все мы обсудили. Я вам показала самые основные характеристики наших леггинсов. Можно еще. Купон я в самом начале ждала. Ну вот, первый мой купон. Надо было, может быть, в конце как-то, когда больше людей. Ну, кто успел, тот вот кто-то готовился, ставил будильник на трансляцию. Пришел и схватил купон. Еще хочу вам пожелать хороших покупок в предстоящей распродаже. Ну что, смотрим дальше. Вопросы вы мне... О, Таша купила. Спасибо, Таша. Я рада, что повлияла на твой выбор. Последние купила. Правильно, хороший выбор. Последние. Они подо все подойдут. Вот эти. И мне очень понравилось сочетание цены и качества. Если еще есть купон, вообще красота. Отлично. Еще я вижу среди вас много девушек-блогеров, с которыми мы часто пересекаемся. Вы можете выигрывать в других каких-то мероприятиях Алиэкспресса купоны и тратить их. Сейчас я включу видео, поскольку у меня здесь проблема небольшая с ребенком. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Thank you.
Ему подходит розовый цвет, а выбрал эти, поэтому рекомендую номер два. Да, Диана, тебе понравились эти номер два? Красивые? Да, она у меня выбрала номер два, как все девочки-модницы. Так, самые красивые. Я, конечно, как мама, рекомендую с кармашками, очень удобно. Но будьте внимательны с размером, поскольку они маломерки. Благодаря удобным бумажкам вы можете, Диана, на зуб попробуем, да, вот такие, мы тестируем по полной программе. С кармашком очень удобно, можно брать с собой телефон, ключи, все, что хочешь. Вот, всем привет, у нас такая вот дружная семья, двух девочек, блогеров со стажем, да, Диана, экспертов по леггинсам. Кстати, вот сейчас она их взяла в ротик, я что вспомнила. Стираются прекрасно, все прошли стирку в стиральной машине с детским средством, не сели, не полиняли, ничего им не случилось. То есть вы можете спокойно стирать при температуре, не превышающей 40 градусов. Все леггинсы. Что как-то какие-то советы по уходу у продавца не были написаны, вот я вам говорю свой собственный опыт. Смотрите, добавляйте в избранное, смотрите, покупайте. Пользуйтесь купоном, посмотрите, есть другие купоны в магазине, большой ассортимент различных товаров у него. Потом, что вам еще могу сказать? Вот такая вот у нас веселая трансляция. Целый час это много для молодой мамы. Ничего. Мне кажется, мы неплохо провели время. Смотрите, сколько знакомых девочек я увидела. Спасибо, что пришли. Да, Диана? Скажем всем привет, привет, скажем вот так, вот эти правильный выбор, молодец. Мне тоже эти нравятся, черненькие с кармашками. Всем привет! Да, молодец. Вот, не знаю, что вам сказать. Если есть вопросы, давайте я подскажу. Ткань не просвечивает ни в одних из них. Это я просто растянула эту, чтобы показать вам, что она тонкая, в отличие от других. Мне очень понравились на вот этих леггинсах, первых леггинсах с карманами, очень понравились вставки по бокам сеточкой, очень стильно смотрится. И причем не только как спортивный вариант, но вообще ежедневно. Наденьте вы белые кеды и можете просто куда-нибудь в магазин бегать. Так, поправим. Пупс рулит, да, пупс девочка розовая, будущая модница, да, можете смотреть, заходите в мой блог, посмотрите, она у нас участвует в достаточно большом количестве рекламы, и бодики на ней, и трусики специальные, да, Яночка наша маленькая звездочка, вот, у кого-то висела, да, зависла, бывает такое, что самое странное, у меня хорошее соединение сегодня. Да, мамина красотка, это точно. Мамина липучка. Вот, поэтому и очень хорошие леггинсы. Ну, что-то меня отключает, потому что время вышло. Ну, давайте, всем пока, подписывайтесь. Нет, я вернулась. Еще не отключает. Есть время с вами посмотреть. А, у кого-то двое. Ну, привет вашим деткам. У меня второй чуть постарше. Давайте со всеми прощаться, поскольку время у нас уже вышло. Ссылочки все есть внизу под этим видео. Оно будет еще долго, эта трансляция будет еще долго висеть на сайте. Смотрите, в разделе «Законченных». Нам пора кушать и спать.
а вы определяйтесь с выбором. И встретимся на следующей неделе. Всем пока! С вами была Наташа Сантера. Подписывайтесь и давайте дружить блогами или вообще просто так друг друга читать. Пока!